Здравствуйте, в эфире канала «Новый век», выпуск новостей. Информационную картину дня представлю я, Анастасия Маслова. Смотрите сегодня. В правительстве республики рассматривается вопрос о возрождении санавиации. Джаз между лекциями. Музыканты Дувинского государственной филармонии выступили с выездным концертом перед будущими юристами. Амурского тигра, дальневосточного леопарда и снежного барса под охрану. ВВФ России начал международный проект по сохранению редких кошачьих. И о событиях выпуска подробнее. В правительстве республики рассматривается вопрос о возрождении санавиации. В 2017 году планируется внедрить 3 проекта в рамках реализации федеральных программ. Это такие проекты, как обеспечение своевременности оказания экстренной помощи населению, электронное здравоохранение и снижение младенческой смертности. Главным мероприятием в рамках программы обеспечения оказания своевременной экстренной помощи станет приобретение вертолета Ми-8 и строительство вертолетной площадки для него. Общая стоимость составит более 440 миллионов рублей. Приобретенный вертолет будет совершать как минимум 215 вылетов в год. Это 645 летных часов. А количество госпитализированных по экстренным показателям пациентов в течение первых суток в следующем году составит 83,5%. Проект «Электронное здравоохранение» предполагает внедрение современных информационных технологий. Более чем для 40% граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, в текущем году будут заведены электронные медицинские карты. Также планируется внедрить электронные больничные листы нетрудоспособности. В целях дальнейшего снижения младенческой смертности планируется в рамках федерального проекта улучшить материально-техническую базу медицинских организаций. Это позволит достичь значительного снижения показателя младенческой смертности. На реализацию программы о снижении младенческой смертности планируется направить более 56 миллионов рублей. ВВФ России начал международный проект по сохранению редких кошачьих. Первый этап ориентирован на сохранение амурского тигра, дальневосточного леопарда и снежного барса, а также на восстановление популяции переднеазиатского леопарда. В рамках реализации международного проекта в регионах России в заповеднике и национальные парки страны передана первая партия оборудования и снаряжения, сообщает ВВФ России. В том числе в заповедник Упсунурская котловина, природный парк Тыва доставят спутниковые телефоны и радиостанции, навигаторы, фотоловушки, экипировку для инспекторов, палатки, спальники и другие вещи, необходимые для борьбы с браконьерством в местах обитания снежного барса. Заповедники и национальные парки получили снегоходы. Большое внимание планируется уделять борьбе с браконьерством, разрешению конфликтной ситуации с хищниками и повышению уровня жизни людей. Кроме того, проект обеспечит активное участие России в реализации международных соглашений и трансграничных программ в области сохранения крупных кошачьих. Тем временем в Туве продолжается охота на волков. Охотники Чедихольского района и города Кызыла вышли на охоту 28 января. Она производилась в Чедихольском районе, в тех местах, где расположено множество чабанских стоянок. Животноводы неоднократно видели стаи волков возле своих стоянок, поэтому за помощью обратились именно к профессиональным охотникам. В оплавных охотах приняли участие 17 человек. Напомним, что в Туве в канун Нового года и праздничных каникул силами охотников было проведено более 130 зимних облав на волков с целью регулирования их численности до уровня безопасного для животноводческих хозяйств. Наиболее удачными оказались загонные охоты на территории Улукемского района, где в 12 облавах было добыто 11 матерых волков. Следом по эффективности идут охотники Дзункемчикского и Авюрского районов. По данным охотоведов, популяция опасных хищников на территории Тувы превышает норму более чем в 1,5 раза. Ученые, в частности, считают безопасной численность не больше 800 голов. Между тем, в Туве сегодня насчитывается около 1500 особей. Ущерб, наносимый ими животноводству, достигает в среднем 30-40 миллионов рублей в год. Мероприятия по регулированию численности волков на территории районов продолжаются. На охоту выходят местные жители и инспекторы Госкомохотнадзора, которые желают помочь чабанам пережить зиму без потерь в хозяйстве. Сегодня в стенах юридического факультета ТГУ звучал джаз. Музыканты Тувинской государственной филармонии приехали к студентам с концертом. Музыкальное мероприятие для будущих юристов организовал общественный совет при региональном МВД в рамках недели мужества. Концерт получился зажигательным, впрочем, музыка в исполнении профессионалов никого и никогда не оставляла равнодушным. Услышала джаз и наша съемочная группа. Никаких условностей и преград между артистами и зрителями. Музыканты рассредоточились по залу, что придало концерту особенную атмосферу, где каждый чувствовал себя в своей тарелке. Трубачи, гитаристы, барабанщики исполняли такой зажигательный и проникновенный джаз.
Музыканты отдавали своей работе полностью, вовлекали зрителей в процесс. Они же, в свою очередь, были щедры на овации. Усидеть на месте под зажигательные ритмы было трудно, признались студенты. Я получил позитивные, хорошие эмоции. Было так клево. Я вообще впервые слышу джаз. В живом исполнении. У студентов была уникальная возможность увидеть работу музыкантов так близко. Музыка не просто создает настроение, но и поднимает боевой дух, говорят организаторы. Поэтому в неделю мужества, которую проводит МВД, они решили сделать именно такой подарок будущим юристам. Это в первую очередь потому, что в армии, в любом бою, веке музыка поднимала дух бойца. И они всегда шли в атаку за родину, именно уже с внутренними убеждениями, что всегда победа будет за нами. Концерт действительно оставил неизгладимое впечатление, поделились эмоциями студенты. Музыка вдохновила, и задумка организаторов создать боевой настрой, по крайней мере в учебе, точно удалась. Анастасия Маслова, Алексей Филиппов, Игорь Стародумов, телекомпания «Новый век». Сейчас мы прервемся на рекламу, продолжим эфир сразу после нее. Тува Джаз Бенд приглашает вас на концерт «Джазовые стандарты Тувы» 3 февраля в Тувинской государственной филармонии. Начало концерта 19 часов. Справьтесь по телефону 2-15-20. Компания «Геотех». Недвижимость по всем правилам. Работаем с любыми объектами недвижимости. От маленькой дачи до линейных объектов. 8-923-219-99-11. Кочетова, 93, 3 этаж. Накануне в Кызыле и нескольких районах Тувы был снят карантин в связи со снижением заболеваемости гриппом и ОРВИ. Напомню, этой зимой эпидпорог был превышен в 4 раза. О ситуации с заболеваемостью на сегодняшний день мы поговорим с Аляной Дожикай, начальником отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите подробнее о причинах снятия карантина. Ограничительное мероприятие, карантин, в части возобновления учебного процесса в школах снят в связи с тем, что заболеваемость гриппом ОРВИ, как и нами прогнозировалось, пошла на спад. И наиболее низкие показатели по 4-й неделе зарегистрированы как раз среди детей школьного возраста 7-14 лет. Поэтому после глубокого анализа ежедневной заболеваемости, еженедельной заболеваемости и пороговых значений Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва было дано предложение о возобновлении учебного процесса во всех административных территориях, в школах, кроме 3 территорий. Это Тесхемский, Кахемский и Дзунхемчикский Кажуны, где заболеваемость среди детей школьного возраста превышена в 10 раз, 10 и более раз. Поэтому в этих трех районах карантинные мероприятия в части ограничения, в части приостановления учебного процесса в школах сохранили, а в остальных территориях разрешили возобновить. Но нужно знать, что ограничительные мероприятия, карантин, сняты именно в части возобновления учебного процесса. Все остальные карантинные мероприятия, ограничительные мероприятия продолжаются. А вообще можно в целом сказать о том, что пик заболеваемости он прошел? Да, значит, прогностически мы ожидали пик заболеваемости на 3-4 неделе текущего года. Для того, чтобы делать прогноз, мы, значит, оценивали эпидемиологическую ситуацию по всей Российской Федерации и в том числе по Республике Тыва, и смотрели, значит, еженедельную заболеваемость, анализировали еженедельные пороги, эпидемические пороги превышения заболеваемости. И, в общем-то, наши прогнозы сбылись. Пик заболеваемости, значит, пришелся на 3-4 неделю, и вот с 5-й текущей недели все-таки заболеваемость пошла на спад. А много ли было заболевших именно гриппом? Значит, на сегодняшний день зарегистрировано 27 случаев заболеваний гриппом, подтвержденных лабораторно. Заболевание гриппом всегда подтверждается лабораторно. И на сегодняшний день это 27 человек, и они зарегистрированы на всей территории, то есть не только в городе Кызыле, но и в районах.
Эти заболевания сезонные. Можно ли сказать, вот по сравнению с прошлыми годами, что эта зима была тяжелой? Ну, сказать, что эта зима была тяжелее, чем предыдущая, нет, мы не можем. В этом году все-таки у нас на территории республики циркулирует один штамм гриппа А, H3N2. Тогда как в предыдущие сезоны, вот, например, в прошлом сезоне у нас циркулировали три штамма гриппа, то есть это грипп А, H3N2, вот, который на сегодняшний день циркулирует на нашей территории, затем грипп А, H1N1, пандемический 2009 года, так называемый свиной грипп, и штамм вируса гриппа Б в прошлом сезоне. А в этом году пока лабораторно, значит, выявлен штамм гриппа H3N2, и нужно сказать, что он полностью идентичен с вакцинальным штаммом. И, в общем-то, вот эта вот ситуация, она полностью совпадает с ситуацией по всей Российской Федерации. Прививочная кампания, которая прошла, она как-то помогла сдержать ситуацию заболеваемости? Да, у нас в этом году привито около 50% всего населения республики. Прививочная кампания всего населения, ну, в первую очередь, конечно, групп риска, это учителя, это медики, которые сталкиваются первые с больными людьми, это, значит, работники культуры, транспорта, торговли, это пожилые люди старше 65 лет, это маленькие дети до 3 лет, до 6 лет и дети школьного возраста. То есть это все те лица, которые контактируют с большим количеством людей, в первую очередь нами прививаются, и прививочная кампания проводится для того, чтобы создать коллективный иммунитет среди населения, для того, чтобы эпидемия не вышла вот за рамки такой катастрофической. И нам это каждый год удается. Прививочная кампания нами завершена была в ноябре месяце, и, в общем-то, создалась очень такая хорошая иммунная прослойка. И поэтому, конечно, единственный эффективный способ вакцинации – это, конечно, профилактические прививки. Тем более, что, еще раз скажу, что на сегодняшний день циркулирующий штамм вируса гриппа А полностью совпадает с вакцинальным штаммом. Ну, вообще, вот некоторые скептически относятся к прививкам. На ваш взгляд, нужно ли их делать, и может ли человек, который сделал прививку, заболеть? Рискует ли он? Да, конечно. Человек, привитой против гриппа, может заболеть, но нужно знать, что привитой человек никогда не заболеет тяжелой формой гриппа. У него не будет таких тяжелых осложнений, как вирусная пневмония, энцефалиты, менингиты, которые и приводят к летальным исходам от гриппа. То есть они даже если переносят грипп, они переносят грипп в легкой степени, либо средней тяжести формы такие. Почему вот случается, что привитые против гриппа люди заболевают? Ну, потому что каждый человек – это, значит, отдельный организм с индивидуальными особенностями. Есть такие люди, у которых, это называется напряженность иммунитета, антитела вырабатываются в недостаточном количестве, либо не вырабатываются вообще. Но в таком случае прививка не приносит никакого вреда, но просто напряженность иммунитета у конкретного человека, она слабая. Но таких людей единицы, и, в общем-то, 99% людей очень хорошо отвечают на прививки, и антителообразование у человека, ну, нормально так вот, значит, нормально протекает. Поэтому мы отслеживаем эту ситуацию, у нас даже есть отдельные статистические данные, то есть мониторинг за заболеваемостью привитых лиц. И наблюдения, которые проводятся 10 и даже, можно сказать, 20 лет, показывают, что привитые люди никогда не болеют тяжелыми формами и никогда не было, не регистрировалась летальность среди привитых людей против гриппа привитых. Но нужно учитывать, что кроме гриппа у нас есть ведь еще и острые респираторные вирусные инфекции, то есть это две разные группы заболеваний. И вирусов, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции, более 200. Но острые респираторные вирусные инфекции, они протекают более мягко, и они не дают таких грозных осложнений, как пневмония, таких осложнений, как менингит, энцефалит, и очень редко дают летальные исходы.
Поэтому, когда человек заболевает каким-то вот острым респираторным вирусным заболеванием, это не говорит о том, что человек заболел именно гриппом. Потому что очень многие ошибочно говорят, вот я привился против гриппа, и я все равно гриппом заболел. Нужно учитывать, что это может быть и другое какое-то вирусное инфекционное заболевание. В частности, у нас широко распространены такие вирусы, как аденовирусы, риновирусы. То есть боковирусы. Это может только определить врач. Поэтому мы рекомендуем всем заболевшим людям обращаться к врачу за врачебной помощью, потому что... Не заниматься, да, самолечением? Не заниматься самолечением, не лежать дома. Вот сейчас у нас врачи говорят, клиницисты, что обращаются люди, которые дома лежат по 3, по 4, по 5 дней без лечения, либо самолечением занимаются. Это абсолютно противопоказано, потому что определить, это вирусное заболевание, либо микробное заболевание, и это вирусное заболевание, другое тело, либо это грипп, конечно, может только врач. Поэтому мы призываем население вызывать врачей на дом, потому что именно Министерством здравоохранения Республики нашей проведена очень большая работа. На сегодняшний день участковые врачи задействованы в этом процессе, увеличено количество бригад неотложной помощи, бригад скорой медицинской помощи, увеличено время, рабочее время врачей до 7-8 часов вечера. И также участковые врачи работают по субботам, воскресеньям для того, чтобы именно вот обслужить больных на дому, для того, чтобы больные не приходили в поликлинику, не общались друг с другом, не заражали друг друга, и для того, чтобы больные не лежали дома без лечения, либо не занимались самолечением. Вот такая работа проводится докторами, поэтому обязательно нужно вызывать врача на себя, и врач уже конкретно поставит диагноз и назначит лечение, эффективное лечение. В Туве наступили морозы, они на руку? Да, значит, карантинное мероприятие продолжено естественным способом. Получается, что разобщение детского населения, в частности школьников, это, конечно, нас радует, потому что это способствует тому, чтобы заболевание гриппом ОРВИ не распространялось. И кроме того, такие низкие температуры губительно действуют на сам вирус. И вирус тоже погибает, вирус гриппа погибает при таких низких температурах. Но вот расслабляться рано ли? Да. Будет ли вторая волна? Я еще раз скажу, что ограничительные мероприятия, карантин, сняты в части возобновления учебного процесса. Остальные карантинные мероприятия, ограничительные мероприятия продолжаются, потому что эпидемический сезон, он у нас длится до мая месяца, по май месяц. А эпидемический подъем заболеваемости с превышением эпидемических порогов, он еще регистрируется. У нас эпидемические пороги еще превышены в 1-2 раза, на некоторых территориях, как я сказала, даже в 10 раз превышены. Поэтому ограничительные мероприятия, карантин, санитарно-противоэпидемические мероприятия в учреждениях, организациях продолжаются. То есть это масочный режим. Это в обязательном порядке утренний фильтр во всех организациях, учреждениях. То есть нужно выявлять заболевших ОРВИ гриппом, отстранять их от посещения учебы, это и студенты в том числе, выявлять также больных сотрудников, не допускать до работы, чтобы они не являлись источниками для других сотрудников. Это дезинфекционный режим по вирулицидному режиму, потому что вирус гриппа – это... Как мы слышим, что это вирус, поэтому вирулицидный режим. Это проветривание помещений в обязательном порядке и ежедневный мониторинг заболеваемости и посещаемости. То есть ежедневный мониторинг заболеваемости в лечебно-профилактических организациях и ежедневный мониторинг посещаемости, он продолжается до особого указания Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва. Потому что на сегодняшний день эпидемические пороги, то есть эпидемический подъем заболеваемости, он еще регистрируется.
Ну и в завершении нашей беседы, какие рекомендации можете дать нашим телезрителям, чтобы не заболеть на сегодняшний день? Значит, для того, чтобы не заболеть ОРВИ гриппом на сегодняшний день, вот я еще раз говорю, что если человек заболел, ну не только ОРВИ гриппом, каким-то заболеванием, преимущество, значит, и министерство, это Министерство здравоохранения, врачи это соблюдают, обслуживание на дому. То есть не надо идти в поликлинике, общаться с большим количеством людей. Самим также нужно носить маски, когда выходите в людные места, значит, то есть, ну, вот некоторые люди носят маски неправильно. Во-первых, одноразовые маски, их можно носить не более 2-3 часов. Потом на маске накапливаются вирусы, микробы, и маска сама становится источником инфекции. И не нужно носить маски на улице. Вот я иногда иду, когда по улице вижу, что у нас люди стали ходить в масках на улице. Вот именно нужно маски носить в закрытых помещениях, где большое количество людей, где большое скопление людей, там, чтобы не заразиться от людей. Значит, затем нужно можно принимать такие лекарственные препараты, как арбидол, это противовирусный препарат, и там есть не только лечебное дозирование, но и профилактическое дозирование, то есть там подробно написано, и доктора вам могут назначить именно профилактические дозы противовирусных препаратов, такого препарата, как арбидол, который на сегодняшний день доказана эффективность этого препарата. И такой препарат есть, как ингаверин, тоже противовирусные препараты, тоже профилактические дозы можно принимать. Ну и, конечно, нужно соблюдать здоровый образ жизни. Это нужно вовремя спать, ложиться, значит, принимать богатую белками, витаминами пищу и соблюдать гигиенические навыки. Часто мыть руки с мылом, чтобы механически смывать микробы и вирусы. Убираться в квартирах, убираться в помещениях, в служебных помещениях, проветривать помещения. То есть это все те рекомендации, вот, которые мы должны соблюдать не только во время эпидемического подъема заболеваемости, а в постоянном режиме. Спасибо. О ситуации заболеваемости гриппом и ОРВИ на сегодняшний день в Туве мы говорили с начальником отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва Аляной Дажикай. Всех желающих приглашают принять участие в декаде российской науки в Туве «Ученые Тувы обществу». Программа проведения насыщенной начнется 2 февраля со школы профессионального и личностного роста, на лекциях которой можно узнать в частности, как укрепить сосуды и сердце или получить грант на изучение английского языка. Лекции будут проходить в Тувинском государственном институте переподготовки и повышения квалификации кадров по улице Чургуойла, дом 1. Посещение всех лекций мероприятий декады науки в Туве бесплатное. Накануне на юридическом факультете ТГУ в рамках Дней науки прошли научные семинары с молодыми преподавателями, аспирантами и магистрантами. На них провели анализ выигранных научных грантов с 2009 по 2016 годы и обсудили темы поданных заявок на 2017 год. И вновь на радио «Голос Азии» возобновился радио-квест «Замес майонез». Сегодня партнером квеста выступил магазин «Уютный дом», который находится по адресу Аюна Курседи, 54. Там есть товары не только для дома, но и для ремонта. Магазин предоставил в качестве подарка универсальную скатерть. Приз был спрятан возле здания МВД. Узнаем, кто сегодня первым назвал условную фразу квеста. «Замес майонез». Вот ваш приз. Выигрываете? Следите за новостями замеса в группе радио ВКонтакте, радио Тувы, Голос Азии или в эфире станции. Сейчас узнаем, что прогнозируют нам синоптики. Моя коллега Вера Кочинова расскажет о погоде. Здравствуйте! С погодой на завтра познакомлю вас я, Вера Кочинова. Но сначала о нашем партнере магазине «Медтехника». Здесь вам предложат ортопедические и реабилитационные изделия. В ассортименте корректоры осанок для детей и взрослых, ортопедические стельки и различные приспособления. Бандажи «Шанса» и плечевой пояс «Дикуля», шины «Фрейка». Всегда в наличии ходунки, костыли, трости, санитарные приспособления. Подробнее познакомиться с ассортиментом вы всегда можете посетить в магазин по адресу Калинина 3/3 в здании медико-диагностического центра, цокольный этаж.
Магазин «Медтехника». У нас вы найдете все, что поможет поддержать ваше здоровье в домашних условиях. Массажеры, ингаляторы, кварц, солевые лампы, лампы Чижевского. Также в наличии медицинская одежда и аксессуары. Халаты, перчатки, шапочки, маски, чехлы на фонендоскопы и многое другое. Калинина 3/3. Магазин «Медтехника». Будьте здоровы! 2 февраля синоптики обещают нам морозное утро. На градуснике до -34. Днем будет солнечно, осадков не ожидается. За окном 25 градусов мороза. Ну а вечер встретит нас снижением температуры до 28-30 градусов ниже нуля. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%. Геомагнитное поле спокойно. На этом все. Приятного вам вечера. Будьте здоровы. До встречи. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорых встреч!